Здравствуйте. Меня очень часто спрашивают, а как же построить параллельные прямые? Очень просто. Вот у нас имеется прямая А, и надо построить параллельную ей прямую Б. Значит, что мы делаем? Мы берем треугольник и прикладываем одной стороной к прямой А. Далее мы присоединяем линейку к другой стороне треугольника. Кладем ее так, чтобы наш треугольник мог свободно скользить. Видите, да? Отодвигаем немножко вниз и проводим прямую B. Дальше. Если нам необходимо построить параллельные отрезки, а не прямые, то я на А отмечаю отрезок АВ. И на B отмечаю отрезок CD. Поскольку прямые А и B параллельны, то отрезки AB и CD также будут параллельны. Да, кстати, вот интересный такой греческий факт. Значит, параллелос по-гречески, да, это те, которые идут рядом. Вот. Действительно, параллельные прямые, те, которые на плоскости и вообще в пространстве не пересекаются. Параллельные, значит, не пересекаются. Спасибо за внимание.